Перед депутатами с отчетом выступил и временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Чите Равиль Матыгулин. Он рассказал о том, что управление обратилось в Роспотребнадзор с просьбой проверить Айпару после того, как Алка.точка перерегистрируется из магазина в заведение общепита. Прозвучало в докладе и статистика. В Чите снизилось количество убийств, разбойных нападений и грабежей. Так, в июле 2017 года сотрудниками оперативного отдела уголовного розыска совместно УВД по Забайкальскому краю установлен, задержан гражданин, который совершал грабежи, сам не житель города Читы, приезжий, открыто похищал золотые цепочки в районе площади вокзала железнодорожного. 7 таких грабежей было, и в течение недели все грабежи были раскрыты.